Роман накручивает, да, Джейдена, но и в итоге завершает атаку. Очень агрессивно играет и очень агрессивно на щите. Да, да. Не дают. Забивает. Молодец, Роман в таком тягучем проходе, да, лево-право сменил темп. Путал, по-моему, все-таки Яну, да, с партнером по команде. Роман входит, Роберт подставился под него. Еще одно трехочковое попадание от Бориса. Борис, горячий гол. У нас уже в очередной раз равный счет. 43-43. Ох, какой пас на Аарона. И снова Роман со своим ухобойкой. По 4 раза забил. Да, главное сейчас Актюбе, как бы с пониманием к этому относиться. Вот снова очень хорошо нагружают Романа. Тот, в свою очередь, регулярно набирает очки. Не видно, мы здесь из комментаторской видим всех, кто приходит. Ох, перехват, Роберт разгоняет нападение. Сам пойдет до конца. Ой, отличный блок от Романа. Хайлайт дня. Да, легко. Да,
Исмаил овладеть мячом. Борис доводит мяч до Романа, и Роман сверху. Да, остается 40 секунд. Всем, кто не знает, вот такая поправочка. Борис против Александра Жигулина должен обыгрывать. Нет, скидывает в угол на Романа Кобзева, и тот... Дальний двухочковый, можно сказать, где-то 6 метров бросал. Что надо свистнуть, да просто забыл свистнуть. Смотри, не бросает он, да, все время? Вот есть возможность бросить даже... Что себе... Роман прям сегодня этот, снайпер.